У Ирины Пеговой, актрисы театра и кино, было день рождения, и она провела его на природе и показала, сфотографировала, сняла ролик, как она купается в озере. Такая непосредственная, такая веселая, такая интересная. Мне вообще нравятся фильмы с ее участием. Она просто прелесть. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, и будете в курсе событий, которые происходят в нашей стране и за рубежом. А я воды боюсь.